Здравствуйте, уважаемые телезрители. На АТВ программа «Открытый эфир». Я Владимир Банщиков. С удовольствием представляю гостей в нашей студии. Слева от меня Наталья Стефани. Как у тебя должность правильно называется? Ну, если правильно, то менеджер по проектам Национальной библиотеки Республики Бурятия. Вот. И чуть дальше рядом с Натальей Стефани сидит Филипп Стефани. Молодой, начинающий наш бурятский писатель. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, все-таки по старшинству, да. Наташа, вот скажи, пожалуйста, с какими проектами новыми вы пришли к нам сегодня в студию? Вот целая россыпь у нас литературы, не только современной, но и классика наша лежит в великолепном издании, как мне кажется. Исаак Иллюстрацович Калашников, «Жестокий век». Вот. Давай с этого начнем. Давай, Володя, начнем именно с Исаака Иллюстрацовича Калашникова и с проекта, который связан именно с этим именем. Дело в том, что с ноября прошлого года Национальная библиотека Республики Бурятия запустила проект на телевидении, который называется «Литературный перекресток». И вот последний выпуск этой программы прошел в субботу. Гостем была Тамара Владимировна Авдохина, преподаватель ВЗГИК, и мы с ней как раз говорили о Исаии Калистратовиче Калашникове, о его романе «Жестокий век» и о главном герое этого романа, нашем, ну, я считаю, большом человеке, который родился на сопредельной нам земле, это Темуджине Чингисхане. И несмотря на то, что мы с тобой закончили исторический факультет, и нас учили в советское время, что Чингисхан был завоеватель, я думаю... Ну, давай в исторические подробности, не будем вдаваться. Да, я думаю, что там... Его ЮНЕСКО и ООН признали человеком тысячелетия. Нет, ты меня как бы торопишь, да? Так вот, я хочу сказать, что как раз Исаак Иллюстрацович Калашников, он был одним из тех, кто первым показал Чингисхана, Темуджина противоречивой личностью, неоднозначной личностью и личностью яркой. Настолько яркой, да, что вот наш сегодняшний гость, родись он, допустим, на 5 лет раньше, сегодня бы носил имя не Филипп, а был Темуджин Стефани. Я так сильно была потрясена этим произведением. Ну и я С чем связано, Наташа, вот именно вот сейчас? Вроде никакого юбилея, такого повода нет. Нет, особо, как раз повод есть. 9 августа Исаию Калистратовичу Калашникову исполняется 85 лет со дня рождения. Другой вопрос. Вся Бурятия, насколько я знаю, будет праздновать это тем, что будут прочитаны страницы, причем с участием Национальной библиотеки Республики Бурятия, страницы романа, да, «Жестокий век». Вот. И я сейчас, можно я тогда, уже раз об этом заговорили, раз мы начали? Пожалуйста. Да, я хочу сказать, что вот, ну, Володя не хочет углубляться в историю, а я хочу углубиться в историю. Почему не хочу? Очень хочу. Потому что я не просто так поступила на исторический факультет. Я в 10 лет впервые прочитала этот роман, и он меня настолько потряс не только образом главного героя, но еще и тем, что я там... встретила такие слова, которые я попытаюсь дословно воспроизвести, но если у меня не будет получаться, то я вот как раз пришла с книжкой, чтобы можно было подсмотреть. Эти слова в течение 13 лет, пока я работала в школе, ну, не сразу, конечно, потому что сначала у меня не было кабинета, я скиталась по чужим углам, но как только мне дали кабинет, я сразу же обратилась к своему молодому коллеге-информатику и сказала: Андрюша, вот набери мне вот этот текст. Он мне его набрал вязью старославянской, я вырезала каждую букву, Володя, это нужно представить, насколько я была потрясена этими словами. Я вырезала каждую букву, наклеила на листы бумаги, и вот это изречение из «Жестокого века» Исаия Калистратовича Калашникова, оно в течение 13 лет видели мои ученики. Итак, почему я поступила на исторический факультет? У дерева есть корни, у человека прошлое. Отсеки корни, засохнет дерево. То же бывает и с людьми, если они жизнь своих дедов и отцов не пожелают знать. Человек на землю приходит и уходит, а дело его плохое или хорошее остается. И от того, какое дело оставлено живущим, либо тягота и горе. Либо посмотрю, так. Так, либо радость, либо тяготы и горе. Дабы не увеличивать тягот и не множить горе, живущие должны знать, откуда что проистекает. Вот эти слова, они запали мне в душу, и я выбрала своей первой стезей этот
учить историю и рассказывать, откуда что проистекает. Замечательные слова. Ну, слова вообще замечательные. То, что ты их помнишь еще наизусть, ну, это и просто... И ты знаешь, вот эта книга, она у нас, наверное, пятая или шестая уже в нашей библиотеке. Да, вот такую я, кстати, первый раз вижу, да, в таком исполнении. И она, ты знаешь, она иллюстрирована нашим прекрасным художником... Зарикто Даржи, он чудесный. Тут прекрасные есть картины Зарикто, да. Вот, я просто счастлива. И я точно такую же книгу увезла в Вахтанговский театр и подарила Кириллу Игоревичу Кроку вот с благодарностью от всех нас, жителей Бурятии, за то счастье, которое они нам подарили своими спектаклями. Наташа, спасибо большое. Сейчас передадим слово Филиппу. Филипп, тебе такой вопрос. Вот ты начал писать давно? И с чем связано твое вот... Ну, понятно, мама историк, мама... А, нет. Мама историк, я, да. Я не про то. Я про то, что сейчас как бы мы не связываем, да? Ну, однофамильцы, да, однофамильцы. Хотя все понимают, и на лице написано. Филипп, почему вот ты начал писать? Что тебя к этому подвигло? Где ты учился? Давай с этого начнем. Ну, я так учился... дома в Северокальском районе. А писать я начал в школе, причем изначально у нас был учитель русского языка и литературы Людмила Прокопьевна. Она сдавала задания, вот мы учились где-то в 5-6 классе, она всегда, да, ну, примерно раз в несколько месяцев давала задания, там, напишите сказку на какую-то тему, напишите сказку по поводу Нового года, вот, в преддверии Нового года, напишите сказку про дружбу, напишите сказку про что вас впечатлило. Ну и вот так вот. Однажды было задание, да, однажды... написать на примере истории, которая произошла. Да, давайте не перебивать. Хорошо. Вот, однажды было вот действительно такое задание. И эту сказку я написал. Ну и как-то вот постепенно мне это действительно стало нравиться. Поначалу я писал, как, не понимал, зачем вообще это дело, а постепенно мне это все, как, все больше и больше нравилось. И сейчас я пишу исключительно по зову сердца. И исключительно детские сказки или нет? Ну, для романов я пока не дорос, мне кажется. Не созрел? Да, не созрел. А вот детские сказки, и почему в переводе аж на трех языках? Вот, это очень интересно. Я первый раз, кстати, такое издание вижу. Яркое, красивое, понятно, что для детей. Но на трех языках почему? Ну, мне перевести на бурятский посоветовала моя мама. А ивенкийский мы добавили уже потому, что, ну, не только же русские буряты живут в республике, но и для ивенков это тоже родная земля. Да, тем более мы из Северобайкальского района, Где ивенков много. Да, и мы их любим, и это наши друзья, поэтому, ну, как-то без ивенков было просто странно эту книгу издавать. А вот сейчас, чтобы издать книгу, это доподлинно известно, всем известно, это нужны средства, да, достаточно серьезные средства. Кто вам помогает? Вот в данном случае тебе, Филипп, вот кто помогает? Ну, в издании. Здесь просто помогает, наверное, счастливый случай, да. Правда? Расскажи про это. Да, мы выиграли грант. Ну, не мы, ты выиграл, ну, в смысле, грант. Ну да, ну ты же мне помогала, ты меня направляла, не давала бросить все на полпути. Мы выиграли грант Министерства образования. Культуры. Ой, прошу прощения. Министерство культуры. Министерство культуры Республики Бурятия. И вот на эти деньги была издана книга, да. Вообще, я очень благодарна Министерству культуры. Пусть про меня все что угодно думают, что я там бью поклоны любимому министру. Давай, про это потом. Подождите, я все-таки договорю, да. Потому что я действительно умею уважать людей, независимо от того, как я к ним отношусь. Вот. И в данном случае я очень благодарна, что наше Министерство культуры поддерживает не только молодых авторов. На гранты подают заявки и люди, которые пишут в течение многих лет. И у них уже есть какие-то публикации, издания на собственные деньги, на спонсорские деньги. А здесь у них есть возможность заявиться и выиграть грант. И они на эти деньги вот издают свои книги. Единственное, что как бы львиную долю от тиража Министерство культуры забирает, распространяет по библиотекам. Это нормально, да. Это нормально, это даже замечательно, потому что не нужно бегать и распространять, то есть это все за тебя делается. И при этом ты еще получаешь 25% вот, авторских. Смотри, Наташа, теперь тебе вопрос. Ты издаешь фактически, ну, как сказать, издаешь с помощью администрации Северо-Байкальского района, да, еще и детский альманах «Байкальский калейдоскоп». Вот он
У нас на столе. Это сколько номеров уже вышло? Ну, уже вышло 4 номера. Сейчас я работаю над 5-м номером. Я думаю, что, наверное, этот номер будет последний, потому что крайне сложно находить действительно на него финансирование. Но я благодарна главе Северобайкальского района Игорю Валерьевичу Похареву, который в течение 4 лет меня поддерживал. Вообще это все так странно получилось. Но я такая спонтанная, взбаламошенная. Вот. И одна... ну, это все знают, да. Давай на этом заострять внимание не будем. И тем не менее, я благодарна тем людям, которые понимают вот меня сквозь эмоции. Я пришла к нему и сказала: Игорь Валерьевич, вы знаете, столько у нас в районе талантливых детей. Они пишут, и это уходит в никуда. Но давайте будем издавать книжку, альманах. Все началось с Северобайкальского района. Потом я стала, ну, так как я человек увлекающийся, и потом переехала в Улан-Удэ, стала работать в национальной библиотеке, я стала потихоньку подтягивать других ребятишек из других районов. И он все равно продолжал финансировать этот проект. В частности, я также хочу сказать слова благодарности нашему замечательному художнику, который вот недавно приехал, я думаю, он еще здесь, потому что «Алтаргана» только вот недавно закончил. Это Дашин Амдаков, который тоже поддержал третий выпуск «Альманаха». Также поддерживали его «Байкалбанк», один выпуск, второй, который самый такой по финансовым затратам. Давай сейчас про спонсоров не будем говорить, да, потому что это не то. А почему для меня это важно, да, что вроде бы не мои дети, да. Это первое, да. Второе, почему вот вы оба именно вот свое творчество, ну, по крайней мере, ты уже на таком серьезном этапе, Филипп, на начальном этапе, это именно детское творчество. С чем это связано? Я считаю, что любой человек рождается талантливым. Вот. И очень важно вовремя разглядеть этот талант, поддержать и дать ему возможность для самовыражения. Ну, в силу того, что я не пою и не пляшу, как говорится, ну, Бог меня этим не наградил, но я умею читать, я умею видеть... как бы красивые тексты, и прочитав несколько, допустим, работ ребятишек, я поняла, что они во многом порой глубже по содержанию, по философии, чем то, что пишут взрослые люди. И я поняла, что я могу это делать, то есть я, допустим, не могу делать какие-то масштабные проекты, как, допустим, делать Наташа Уланова «Голос кочевников», но я могу, допустим, 100 ребятишкам помочь опубликоваться, и я стала это делать. И вот ты отслеживаешь потом авторов этих? Безусловно, безусловно. Они дальше продолжают писать? Конечно, конечно. Есть очень многие дети, которые выросли. Здесь же, я хочу Володе показать, здесь же не только речь идет о текстах. Вы посмотрите, какие здесь прекрасные иллюстрации. Тоже детские? Это тоже детские, это все дети. Я сейчас открою. Посмотрите, вот какой замечательный рисунок, да? Да, да. Вот. И здесь внутри тоже это все рисунки детей. И дети потом поступают в колледж искусств имени Чайковского, продолжают свое образование, да? Они поступают на факультеты журналистики, они поступают на филологию. Ну вот яркий пример, пожалуйста, мой сын. Все тоже начиналось, как говорится, с альманаха «Байкальский калейдоскоп». На сегодняшний день, вот в этом 5-м выпуске, у меня заявлена девочка вообще из Красноярска. Но я буду биться, значит, с теми, кто финансировать будет в этом году проект, что мы ее никак не можем, как бы, отстранить, потому что девочка талантливая. Не, ну какая разница, с Красноярском или из Адыгеи? Да, и все дети наши, и поэтому... Конечно, тем более название само по себе, Байкальский меридиан, должно притягивать вообще всех, весь мир, не просто всю страну. И я горжусь, ты знаешь, Володя, ну, наверное, в моей жизни я могу гордиться только своим сыном и то, что вот я делаю для ребятишек. Ну, я думаю, что ты многие чем можешь гордиться, но об этом, ладно, чуть попозже. А, Филипп, следующие твои работы какие? И с чем ты связываешь свою вот вообще взрослую жизнь? Это будет так художественное, литературное творчество, или ты чем-то будешь еще заниматься? Ну, следующий... Это первый вопрос, второй будет посерьезнее, конечно. Так что готовься. Следующий моих планов входит это уже издать не просто какую-то сказку, а сборник сказок. У меня еще есть много сказок, я еще хочу что-то дописать, доработать. Но при этом на трех тоже будет это, сборник будет на трех языках. Но будет на русском, на бурятском и на иврите, потому что вот я познакомился, когда искал иллюстратора для этой сказки с художницей из Израиля. Ну, наших там очень много живет. Да. Да-да-да. Но она не наша, она из Белоруссии, но тоже теперь уже наша бурятская. Да, теперь уже наша бурятская. Я тоже вот Володе хочу показать, вот какие у нее, сейчас вот выберу иллюстрацию, которая мне больше всего нравится. Да, здесь вот как раз показано, как мама страдает, что ее ребенок был неправ. И вот
эта сказка рассказывает о том, как мама научила, как поступать правильно. Что красота, она радует, пока она живая, и ее нужно сохранять, эту красоту. А, Филипп, я даже не спрашиваю, кто у тебя первый литературный критик, и, наверное, единственный, да? Не стоит такой вопрос задавать. Хорошо, теперь вопрос достаточно серьезный именно к тебе. А ты читал когда-нибудь великую русскую писательницу Марию Арбатову? Хоть одно ее произведение читал? Честно говоря, ни одного. А вообще слышал? Ну, услышал буквально вчера, если честно, да. А что так? Ну, просто, ну... Ну, собираясь на программу, я рассказал, что программу... был такой конфликт. Он не знал, да, про этот конфликт. Просто я сдавал диплом. На зрителей не простят, да, если, Наташа, ты не скажешь пару слов, потому что я могу сказать однозначно от себя, да, я всегда за наших. Но наши, я беру это, ну, чуть понятно. Понятие пошире. Это, во-первых, нормальные люди, во-вторых, это сибиряки. Вот. Давай с этого начнем. Давай начнем, Володя, с того, что я Марию Арбатову, в отличие от Филиппа, безусловно, знала. Я даже запомнила одно из мест из ее произведения. Сейчас постараюсь процитировать. Ну, ни для кого не секрет, что Мария Арбатова, она пишет все свои книги в основном о себе. И вот был такой момент, он очень, я считаю, показательный. Такая продолжительная автобиография. Да, такой показательный момент. Значит, она рассказывает, что как бы... К ней на улице однажды подошел какой-то молодой человек, весь такой с бицепсами, и говорит, что, ну, вот я тебя ангажирую, ты не останешься, значит, ты получишь удовольствие. Она ему говорит: ты мне сначала джины справку... Давай так, 18+, не будем тут это, Наталья? Справку принеси, что она довольна, да. Нет, давай так, ты не права, согласись, да? А вдруг она на самом деле не приедет? Ну... Нет, послушай, она уже сейчас не приедет. Я ты знаешь, я не считаю, что... Значит, кто-то... У нее действительно есть поклонники. Подожди, Володя, ты мне задал вопрос, да, я на него отвечу, да. Да, хорошо? Потом ты можешь высказать свое суждение. Значит, я бы не стала комментировать эту ситуацию, потому что я считаю, что она вообще не заслуживает эфирного. Ладно, бог с ним, с яйцом, она не заслуживает эфирного времени. Я хочу сказать вот о чем. Что наши коллеги, журналисты, они не всегда понимают, что здесь главное, почему я вспылила, да? Вот очень многие задавали вопрос, что с ней случилось. Она такая влюбленная во всех, и вдруг такой резкий тон. Так вот, дело было совсем не во времени, а именно в тоне, потому что я-то была изначально в теме, да? То есть Марию Арбатову в Национальной библиотеке предложил ее друг Амарсана Узытуев. Ну, видимо, пригласил ее в гости. И заодно, как бы, вот, Мария, давай ты выступишь в Национальной библиотеке. Вот. Я, как бы, зная всю эту историю... И я ведь ей неофициальное письмо писала. Фейсбук – это социальная сеть, там все быстро. И вот сейчас мне вину ставят, что я ей там приказала. Прочитать приказ в моих словах, когда я говорю: Мария Ивановна, здравствуйте. Какое время вам угодно, срочно сообщите, я предлагаю. Может, только тот человек, который привык сам отдавать приказы. Я никогда приказов никому не отдавала. Я их слышала. Другое дело, что я их не всегда исполняла, да? И поэтому я просто обалдела, когда человек, который собирается выступать в Бурятии и не по приглашению библиотеки, а по предложению другого писателя, вдруг заявляет: во всем мире встречи начинаются в 19 часов. А для меня Бурятия – это святое. Молодец. Вот, поэтому, Наташа, давай на этом закончим. Да, я хочу закончить. Поэтому я и принесла извинения жителям Бурятии, которых я противопоставила всему миру, когда сказала, что у нас свой менталитет, и мир нам не указан. Вот это единственные люди, перед которыми я хочу извиниться. Вот, да. Согласен. Вот. А больше ни о чем. Все, проехали. А вот извини, что так перебил. Но просто, ничего страшного, да. На самом деле, время занимать... Да. Давай лучше вот про Римаса Туминаса. О, нет, давай, знаешь, Римас Туминас тоже это уже как бы... Он велик, вопросов нет. Да. Когда они сюда приедут в следующий раз, одному Богу известно. Ну, Маковецкий недавно у нас был. Хотелось бы. Вот, кстати, Маковецкий у нас был. Нет, я вот у Филиппа спросил о его планах в будущем. Да, вот хотелось бы твоими планами поинтересоваться, что, ну, кроме 85-летия Исаия Калистратовича, надеюсь, там Шарлатай будут основные? Ну, безусловно. Или Улан-Удэ? Нет, вообще, безусловно, основной груз ляжет на плечи Центральной городской библиотеки имени Исаия Калистратовича Калашникова, да. Мы лишь только так, как статисты, да. То есть вот сейчас уже вышла эта программа «Литературный перекресток», сейчас вот начнут читать на телевидении, возможно, и вам предложат, да, там, Смоляк, что тексты на разных каналах, да, наших бурятских, будут разные люди читать, вот, то, безусловно, мы каким-то образом примем участие. Сейчас главный проект, который мы запускаем с 10 августа, это проект в поддержку фильма другого нашего замечательного земляка Салбона Лыгденова.
Но мы поддерживаем, да. Значит, каким образом мы, Национальная библиотека, это будем делать? Мы будем читать произведения, отрывки из произведений писателей бурятских о войне. Вот, то есть мы будем находить эти отрывки, самые такие яркие, говорящие, что такое война, как это страшно и почему это не должно повториться. И без разницы, кто ты, немец, бурят, татарин или русский, да, война для всех страшна, и мы все ее жертвы. Вот. И в конце вот эти люди, которых мы будем находить, значит, как волонтеров, да, в поддержку фильма Салбона Лыгденова, они будут говорить, почему они поддерживают этот фильм и что для них война. Вот это наш новый такой проект, который мы запускаем в августе. А еще дополнительно какие-то будут? Или сейчас все-таки время летнее, да, такое отпускное, а вот ты хотела сказать что-то о «Голосе кочевников». А, «Голос кочевников», безусловно. Кстати, Володя, ты обратил внимание, что ты находишься сегодня не просто в студии телекомпании АТВ «Байкал», а ты находишься в Бурятии, который весь мир воспринимает как пространство впечатлений. И конкретно ты находишься на временном промежутки между Алтарганой, Филипп, кстати, был участником фестиваля Алтаргана, и «Голосом кочевников», который поддерживаю я, поэтому я сегодня пришла в бандане, так как я собираюсь ехать в Ацагат и там зажигать. Это не сильно на бандану похоже, на бандане должны быть череп и две кости, вот бандана. Ну, я же интеллигентная девушка, вот, я очень люблю этот проект, и я неоднократно про него писала, и я благодарна просто Наталье Улановой, что он у нас существует, что она его не бросает, тянет, и что ребята приезжают, и сейчас приезжают мои братья грузины, ну все, наверное, уже давно поняли, что евреи, не только буряты, но и евреи, и не только евреи, но еще и грузины, вот, это мои братья, и я очень счастлива, что они открывают в этом году «Голос кочевников». Спасибо большое, к сожалению, время программы незаметно, очень быстро подошло к концу. Наталья, ну, поскольку ты у нас человек такой очень публичный, тебя знают все, я предоставляю тебе слово, пожалуйста, обратиться к нашим телезрителям вот в эту камеру. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам только позитива. В любой ситуации, даже самой гнилой, ищите то, что вас сделает честнее, чище, мужественнее, и относитесь ко всему с юмором. Всем добра и любви. Спасибо большое. Замечательные слова. Других я, собственно, тебя не ожидал и не ожидаю никогда. Поэтому спасибо большое за участие в программе. Что хочу вам пожелать от нашей телекомпании, от себя, это продолжать творить, продолжать делать наших детей лучше, развивать их в правильном направлении, направлять их, чтобы они у нас действительно занимались делом, а не всякой ерундой. Не сидели в этом вашем интернете, кстати, тоже лишнее время, потому что все беды последнего, да, не комментировали. Ну, глупости, кстати. Да. Спасибо большое, удачи, здоровья. Ну, а тебе, Филипп, конечно, в будущем, чтобы ты пошел по стопам от Исаия Калистратовича Калашникова. Это было бы вообще замечательно. Спасибо. А у тебя есть для этого все, талант, у тебя есть такая опора, как в лице твоей мамы, ну и не только, наверное, друзей, соратников, художников, тех людей, которые тебя окружают. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, гостями программы «Открытый эфир» был такой литературно-художественный семейный тандем. А Наталья, Филипп, Стефания, я, Владимир Банщиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся и читайте книги.